Вот это что за курьер, ребят, нормальный? Стоит на него тратиться. Пингвинчик. Родовский. Ой, нормально же все. Асла нету, он ЦК есть. Я поставлю. Ай. А ну тут на самом деле надо было остаться добить. Ну блин, 100% берется. Болт есть, но я... Что так нас, да? Блин, надо отдать. Дазл не приходит. ХП. Как-то аккуратно нужно смотреть. Двое на престар, да. Панда есть. Панда интерес, конечно. Сколько это интересно. Да, нету. Я вряд ли успею ее добить, эту панду, но нет смысла и блинк давать домой. Панду не успеет убить, потому что она монкана убегает, да. В этом смысл. Блинкануться, чтобы ее добить теперь. А она опять, она второй раз, по идее, второй раз монк не должен прокать. Но она за раунд второй раз, потому что что? Потому что шляпка была, и она снова хп восполнила, да. То есть монк постоянно, получается, работает. Да, то есть монк постоянно работает. 20% хп она отпрыгивает. О, отрыгинится. Там тролль есть, бля. Так, скажи. Thank you.
Я на всякий случай, у меня рыбки нету, я не буду одного снайпера оставлять. Просто на всякий случай. Так, варианты всякие можно играть. Разнообразно можно будет. Салам, да, ну руку будешь играть? Возможно. Возможно. Салам, салам. Не надо на всякий случай. Надо, Федя. Надо, Аркаха, надо. Да. О, хорош. Мотка и под луну тогда подойдет. Карта есть, в принципе, лазер. Теперь поудобнее. Затем ЦК. Смотрим. Монки есть, то есть луну. Вот эти фигуры особо играются. Смотрим. А, быстрая телепортация. Чтоб не осознали, а тут не успели опомниться. Типа скади или что, почему так медленно бьет? ЦК. Панда крикнет, ребята. Можно, да. Естественно, Волт и Влейд пойдут. Тут Влейд шикарный. Манга, естественно, Влейд. Репка, естественно, Влейд. У меня есть время, чтобы с Волтом потерпеть. Волт рабочий у меня. Ну, байдов там каких-то я, ну, понятно, кайф, настроение другое. То есть, если лазер, я больше троллей паролю, чем байдов каких-то, нормальная ситуация. Да, здесь я волт, пикну. Волт больше денег крепкий даст, я, у меня потерпеть, а, есть время. Бля, репка там шаться будет. А так. Правильно выиграть, конечно. Болт взять. Ничего страшного не будет, если я проиграю сейчас. Потому что я на следующий волт возьму. И следующий будет уже 80. Потому что если сейчас я возьму 60, все равно на следующий 80 не будет. Да, тут я проиграл. У меня на 12 волт будет нормально. 40 лапок. Его не надо бить. На 106-м левеле редко взял. А, волт я покупаю. Следующий ход я просто откажусь от пант. Спокойно. 80. Прист придет, важно это приста поставить. Спешить некуда. Сейчас чекну, кто что делает. Тут тоже 80, но на винстрик кидаем. Очень хорошо к нам. Герман без перка. Так, атакер лазер свой играет такого. Понятно, какой орк, что ли? Ну,
Мув подбирает СК антимаг. Уже здорово будет. Лира есть, поэтому я. Так. Вот и так игра. Вот. Ах, а как мне? Разница лишь бы лайка, да. Разложился. Лейт выходим. Я ролл билды, ребят, не люблю, если честно, переигрывать. Лейт сыграем, думаю, мне позволяет. Классно, но на следующий там их ума иметь, но мне их вряд ли не будет. После роллы тоже нет смысла. Буквально 3 хума приходит и ставлю стол и между варами хумами. Классика. Сойдет. Рэп-ассасин, здравствуй. Так, атакер на пристах. Нормально, там под лазером, потом поставился. Классико. 8 голды, да, у меня здесь нету 8 голды, у меня здесь 7 только. Я бы фрилевел, может, даже сделал. Вас похолодало? Да нет, просто как ночь чуть побольше открыто. Так-то снять много. И не чувствую. Да, в кофте сидим. Ну, нормально. Рыны есть, тоже поставлю. Роль-то есть, но... Где я так дефа? Этих сначала добьем, потом с этой нас слишком жирная.
Сильно. Салам всем, салам, дремдизи. Ну, левел есть, я в 9 дойду примерно. Битки нету. Пускай распрячемся. Лучше. Ярках там усилился. Так, мне еще два раунда, да, будет. Вот эти. Да. Япона нет, он шмотки на случай, если гирокоптер, да, будет. Но только даже гирокоптер, да, Чертайда нету. Там нормально все выглядит по экономике. Ребята продаваться будут. Вот я отстаю от винстрикера на 20 голды, да. Еще на хумор. В целом. Там нормально. Так, там еще один раунд у меня будет. Ну, я заранее возьму тут. Один раунд у меня будет играться. Так. Классико. Да, еще один раунд. Может, тыкву престов я не ставлю. Тут придет. Да и хумов не ставлю. 9-й. Карта яйца. Карточку же, ну, сейчас у меня волт работает, вот, еще один ход волт работает. Потом карточку, возможно, возьму, да. Раньше надо было прикнуться. Так. А карту возьмем, да, доронимся.
она игра. Отлично, карта на расу. Раз это то время без этой игры. Это может быть, конечно. Можно было что? Классико. Портозоб, да? В расу придумать там парки. Какую можно? Агров можно. А нужно ли? Монк это немножко другое. Отформить может. Зачем Таурену, когда... Тауреном это когда ты делаешь, когда в шаманах играешь, тебе ассасины не нужны, спирит брейкер, а тут я как раз если Тауренов буду делать, то мне вполне бара тут, ну, не помешает. То есть, ну, синергию закроют. Я могу с ассасинов просто играть с чем-то. Шейкера убирать. Таурен. Ну, короче, сейчас посмотрю. Тауреном слабенько, а вот агрепа посильнее. Я огромный буду делать. Стерус, здорово, чемпион. Как она, Экстерус? Забанен.
против Хиггсов. Классико. Вот не круто, здравствуй. Бай Майл. Бай Мир из Алис Гуд und Вигейс из Дир. Ага. Данке шоу, Некстерас. Гуд, гуд, гуд. Да. Все чётенько. Так, есть ли здесь Энигма? Да, есть. Можно и левым еще иногда делать, но это против кого? Против пайдов нет смысла. Кого-то крутого, не знаю. Клешак есть еще. Карты, в общем, не торопимся. Луник мне не нужен, да. Пока с этим тогда тоже не тороплюсь. Классико. Астрал легко сделать можно. Недоволен, почему меня тут не зафармили. Раунд, здравствуй. Идея кентавров на каких-то делать еще. Всем прочим. С карточкой можно не спешить. Поесть у меня. Блин, Экстерус, я бы, конечно, практика была бы, я бы нормально бы шпрыхал. Так-то я много чего помню. Их шпрыха, дойч, герн. Да. Вот, допустим, агров можно делать. Тарк есть, отлично. Парень, все еще у меня не это не работает. То у Рена спокойно сыграю, думаю. Ну, ролю в девятом. Хочу закрыть. Я вот это. Я, кстати, два шамана таким образом еще стоят с арком. Еще кому-то могу это сбить. Вот Акора. А я этот проиграл почему-то. Как раз придет. Там что-то варлок делает. Жадность. Так, у него точка слабая, все равно Т1. Все нормально. Ну, эффективность плюс-минус одинаковая. От БХ что-то это. Так что нормально. У него же все равно темпларка только играет. И остальные просто синергии дают. Ноль жадности. Просто плюсик можно набить и все. Опасности никакой не вижу, что там пики ставить. Че, висп, отлично.
Нормально, все такие, да я что-то говорю, что-то плохо. Конечно, все нормально. Тоже. Три кентавра, 4 таурена, вот хорошо собрали. Он как раз с винстрика, да, начинал. Парочка есть. Упы нету. Лишака виспа можно отдать, варка. Если еще темпларка придет, две, ты две темпларки. Делать. Можно и манго тут играть. Манго я не буду ставить. Выбирать буду ее, этого не пробую точно. Пусть так экспо доходит, может кого-то выбью, еще экспо больше получу, до 10-го тогда идем. Нет смысла голду сейчас в левел жать. Магнусов просто не вижу. Арка могу апнуть, так уж и быть. Девс, кстати, нормально. Лужу поставить хочется тоже. Ладно. Давай поставим. Хамор замену, да, дребли сыграли так. По твоей просьбе. Вот. Всем победа, а у Германа все экспо получил из-за победы. Как тоже вылетел. 4 кентавра тоже сильных вылетело. Вот здесь сильный товар. На поле-то нету. Может даже без товаренов тут сыграю. Вот дракончики. Ага.
Да. Так, мне не проиграть, да, задача. Разбираю метод, да. Пакер выбьем, потом лапнем уже 4 пароля. Кося. Да, у меня там глушит. Плюсов нету, в принципе, нормально тут может быть. Зевс, да. Вот чисто посмотрим, посмотреть, у меня недобор, да, чтобы что мог хорошо делать. Пусть твои счастья. А, так я вот так выбиваю. Даже под играми сижу. Я на хп на его не смотрел, я думал, у него еще хороший хп. Поэтому я, ну, не торопился.
КГ. Вот, вот и отыгрались, как бы. Тут еще уверен, да, запас еще был. Че, шар? Ри? Ки?